В городе Мирном состоялся финал турнира по мини-футболу на кубок акционерной компании «Алроса». Соревнования начались еще в октябре прошлого года. Ленск представляет команда предприятия «Газпром Трансгаз». В турнире по мини-футболу на кубок акционерной компании «Алроса» ленская команда «Газпром Трансгаз Томск» участвует уже второй раз. На предприятии ее собрали в сентябре 2015 года. Инициатором выступил руководитель Владимир Аксентищев. В прошлом году до призового третьего места спортсменам не хватило всего одного очка. Первый год, конечно, для нас был как вхождение в чемпионат. Понятие уровня и стиль игры мирнинцев. Уровень мирнинского чемпионата достаточно хороший. Там принимают участие мастера спорта международного класса. В чемпионате участвуют 22 футбольные команды, представляющие предприятия почти всей Западной Якутии. По уровню подготовки их разделили на первую и высшую лигу. Ленские футболисты играют в более профессиональной высшей лиге. В настоящее время они находятся на третьей строчке турнирной таблицы. 30 апреля ребятам предстоит две решающие игры с командами предприятий «Алмаз Автоматика» и «Интер». Команд много. Команды, мы заявились в высшую лигу. Значит, там представители в основном команд Мирна, города Мирного. Вот, для нас представлять команду нашу, это престижно, как бы, и не только для нас, но и для самого города. Для того, чтобы показать свои результаты, и они, в принципе, неплохие. В феврале ленские футболисты вернулись с республиканского турнира. Ребята привезли третье место, уступив сборным города Якутска и Северо-Восточного федерального университета. Игру отдельных спортсменов отметили номинациями. Футболист Владимир Потапов был признан лучшим нападающим. А капитан команды Вадим Юшинов получил звание «Лучший бомбардир». К нему он пришел с результатом 10 голов. Теперь ленчанам предстоит не менее серьезное испытание – борьба за кубок «Алроса». Дмитрий Вельчевский, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».